Сегодня в Кремле Андрей Андреевич Громыко вручил высшие награды Родине группе героев. Еще одна мотострелковая часть ограниченного контингента советских войск вчера пересекла границу СССР. Второй день дует здесь горячий ветер. Я спокоен в смертельном бою. Начинается для... Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.
Thank you.
Фу.